I see.
пчелы! Чем это они занимаются? Производят ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Видеокамер тут полно. Туда они передают все, что замечают. В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я спросил, что сделает гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Будьте осторожны! Враги усиливают свою бдительность! Твою мать! Откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Потом...
Основываясь на информационных данных уровня тревоги врага, товарищ майор, вам каюк.
Астрологи предсказывают неделю атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. Еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность. Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова. Вам предстоит жаркая схватка. Противников все больше. Авторизация. Мое.
Выберите желаемое действие. Доступ разрешен.
Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на Гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я в курсе. Что сделает Гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то Гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и Гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально-автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо.
Проклятые! Если меня кто-нибудь слышит, роботы послетали с катушек. Они вырезали пол деревни. Так, тихо, блядь! Ах ты, осла ёбина! Чтоб тебе сралось! По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Ее можно обойти. Thank you.
Держи. Заяц волк.
Thank you.